В этом году Славянский район отметит юбилейную дату – 95 лет со дня основания. Праздничные гуляния состоятся 14-15 сентября. О том, где можно будет весело и интересно отдохнуть в эти дни, посмотрите в нашей телеафише. Славянскому району и городу Славянску на Кубани 95 лет. Почти вековой юбилей именинник отметит праздничными гуляниями. Выставку прикладного творчества умельцы Славянского района организуют 14 сентября с 8 часов утра в парке имени Григория Пономаренко. Приходите увидеть авторское искусство, пообщаться и приобрести эксклюзивные сувениры. В это же время на Театральной площади развернется выставка товаров и услуг малого и среднего бизнеса. В программе презентация товаров и дегустация, а на сцене можно будет посмотреть выступления детских творческих коллективов. Также для юных славянцев будут работать интерактивные площадки, проводиться конкурсы. Славянский район в свой день рождения предлагает всем желающим увидеть его, каким он был 100 лет назад. На улице Набережной распахнет свои двери этнографическая выставка «Казачий курень». Неповторимый колорит кубанского подворья и быта откроется для всех желающих с 8 часов утра 14 сентября. А в 12 часов в куренях можно будет отведать вкусного наваристого борща. Там пройдет фестиваль «Смачный борщец». В 10 часов утра в парке Григория Пономаренко впервые в этом году будет организован музей под открытым небом «История Славянского района» и фотовыставка «Моя Родина». В 19 часов вечера на Театральной площади состоится концерт кавер-групп и молодежная дискотека. Не менее насыщенной будет праздничная программа и 15 сентября. Продолжит свою работу ярмарка ремесел и казачьи курени. Кроме этого, в 9 часов утра на главной площади города развернется театральное действие с мастер-классами, выставками и выступлениями артистов. В это же время на сцене будут выступать финалисты районного конкурса «Звезды выбрали нас». В 10 часов утра приглашаем всех на набережную. Там пройдет фестиваль риса с угощением всех желающих ароматным пловом. В парке «Отель Уют» в 11 часов дня состоится полюбившийся всем яркий необычный парад колясок. 15 сентября в 20 часов на Театральной площади города состоится кульминация праздника – праздничный концерт. Выступит ансамбль «Встреча». Завершится вечер с самыми известными песнями заслуженного деятеля искусства России Игоря Николаева. А в 22:00 ночное небо озарит праздничный фейерверк. Приходите, отметим День города и района вместе.